Давайте посмотрим. Осень. Вечера. Лето в Иерусалиме. Сейчас там, блядь. Редкая тема для живописи. Больше для музыки. Я порадовался, что замечательные картины, которые написаны Василием Нестеренко, собраны в одном месте. Это очень важно. Я думаю, что, по крайней мере, один раз в жизни художник должен показать то, что он создал, и сам увидеть все то, что он создал. Вот это уже факт, имеющий большое значение и для художника, и для зрителя. И я поздравляю, конечно, Василия с этим замечательным событием. Всех нас поздравляю. Но то, что мы имеем сейчас возможность видеть картины замечательного художника, это тоже реальный факт. Если бы автор не был замечательным художником, ему бы не доверили расписывать храм Христа Спасителя и делать много других вещей, в том числе и восстанавливать старый рустик на Афоне. Не просто восстанавливать, а создать роспись храма. Храм никогда не был расписан. Я в этом году имел возможность осветить этот храм и еще раз убедиться в талантах нашего героя.